Здравствуйте, коллеги. Наш пресс-центр продолжает свою работу на неделе российского ритейла. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Добрый день, меня зовут Иван Бабухадзе, я являюсь директором Союза независимых сетей России. Это на сегодняшний день единственное объединение, которое включает в себя более 60 компаний, развивающие ритейл в регионах от Калининграда и до Камчатки. Мы сегодня идем приблизительно в порядка 3000 магазинов в общей сложности с оборотом в 500 миллиардов рублей. Наше объединение является, основой объединения является это обмен опытом внутри, обмен практиками, новые эффективные истории и, соответственно, взаимодействие между GR-компаниями и также с другими ассоциациями. Расскажите, пожалуйста, как вам выставка, какие-то были интересные, например, на бизнес-части, какие-то интересные инсайты, которые были подмечены? Ну, выставка, как всегда, замечательная, тем более в прошлом году она проходила онлайн. Сегодня в офлайн видно, как люди были рады друг друга увидеть, встретиться. И, конечно, это оставляет очень позитивный такой момент для того, чтобы продолжить работу в разных направлениях. В первую очередь, конечно, можно заметить, что активно развивается история про цифру. Сегодня многие идут именно в это направление. После пандемии, точнее, дала возможность идти туда намного быстрее. Я думаю, мы сэкономили примерно 2-3 года. И в том числе наш ритейл также развивается в этой части. И в регионах сегодня потребители могут получить различные услуги, такие как интернет-магазин или платежные системы, которые позволяют намного эффективно и удобно пользоваться нашими магазинами практически во всех регионах. Да, подскажите, пожалуйста, у вас у Союза, насколько я знаю, скоро будет интересное событие какое-то. Давайте расскажем о нем всем нашим зрителям. Да, это очень здорово. Событие наше уже прошло. На прошлой неделе в Ялте, в Крыму мы отмечали 15-летие нашего Союза. Нас собралось более 120 участников с регионов. Это было очень здорово увидеть всех. В Союз присоединилось 10 компаний новых. И таким образом сегодня мы насчитываем примерно 55 организаций. До конца года мы планируем вести еще 10 организаций. И основной задачей на следующее полугодие мы видим обмен практиками, создание комитетов, внутри которых будем обмениваться опытом полезным и давать замечательные инструменты для развития остальных коллег. Также можно отметить, что в сентябре мы планируем провести вторую сессию. Это будет общий съезд, который пройдет в рамках World Food. И здесь в двухдневной сессии, я думаю, мы дадим отличные интервью со стороны наших акционеров, где будут затронуты новые темы и, соответственно, то, как развивается сегодня ритейл региональный. Спасибо большое за такое интересное общение. Надеюсь, встреча в следующем году. Пожелаем вам удачи в вашей работе. Спасибо огромное и вам удачи тоже.